Если в вашей квартире произошел коммунальный коллапс, вам сразу же нужно звонить в управляющую компанию. Там вас обязаны проконсультировать и рассказать о дальнейших действиях. Если произошел сбой в теплоснабжении, вам необходимо направить письменное обращение. Управляющая компания должна будет составить акт и произвести перерасчет. Если вы понимаете, что только в вашей квартире проблемы с электричеством, водой или подачей тепла, вам нужно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051 или 21 46 65. Единая дежурно-диспетчерская служба города Улан-Удэ, диспетчер номер 8. Слушаю вас. Если вам не удалось дозвониться ни по одному из этих номеров, то вам необходимо обратиться в Центр управления кризисными ситуациями по Бурятии. Он работает круглосуточно и без выходных. Кроме того, можно сообщить об аварии и по телефонам горячей линии Минстрой Бурятии или написать электронное письмо. Также можно обратиться и в Республиканскую службу госстройнадзора. Причем, если ваша управляющая компания отказалась составлять акт по факту нарушения подачи тепла, дорога вам сюда же. Однако, прежде чем звонить по всем перечисленным номерам, необходимо знать, когда следует бить тревогу. Какие же предельные сроки устранения аварии? Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной или горячей воды – 4 часа. То есть, если воды нет все это время, то можете смело сообщать об аварии. Если без воды можно прожить пару часиков, то без света и жизнь не та. Однако законом допускается отключение электричества в течение суток. Что касается тепла, то здесь немного сложнее. Если в квартире столбик термометра колеблется от плюс 8 до плюс 10 градусов Цельсия, батареи могут оставаться холодными, но не более 4 часов. При температуре от 10 до 12 градусов не более 8. А если же в квартире более 12 градусов тепла, то допускается перерыв в 16 часов. Если у вас отказываются принимать заявление, либо ответственные лица ничего не делают, чтобы устранить аварию, то можете смело обращаться в Роспотребнадзор или прокуратуру Бурятии. Наталья Домбаева, Андрей Дармаев, новости дня.